так у меня сегодня после такой игры очень хорошие эмоции, потому что сегодня еще победа с соперником, как сама рада. Это очень важно, и это такие дерби, как бы здесь, да. Поэтому мы очень рады. Надо сказать, что после забитого гола Миронов, который красивый гол Лехи, Samara zabrala mňač, vládanie mňača, da, tam 2-3 opasné momenty, no ale možno skázať, že kak by v zašite rebiata rabotali charašo. V tároj tajm už je to, že bylo složneje. Nada skázať, že my chateli byť balšové taký aktívny v perióda, ale nepolúčilo. Ale tá rabota, ktorú si vojňa rebiata pokázali charakter, želanie ití do konca, patkanie znam polúčilo šťastie penalty, ktorý Joel zabral na sebe a tvečenosti zabil v taroj gol. Super. Chcú pozdraviať rebiata s eto pobiedou. Bylo nám težilo, ale možno skázať, že my chteli i v tajme mi gavarili igrakom, aby nám nada igrať s mičom. Да, потому что бегать только без мяча, это тяжело, сложно, и соперник будет себе делать возможности. И это нам не получилось, и можно сказать, наоборот, когда приходила та красная карточка, мы начали как бы играть с мячом в моменте, когда у нас был один игрок в ней. Да? И да, получилось нам, у нас были две очень хорошие контры, когда мы могли уже забить второй гол. Там не получилось, но ну, под конец та ситуация, когда Андрей Козлов хорошо сохранял мяч в штрафном и пробовал ударить на вороте, мяч попал в руку и это пенальти.